Равновесие в магии или почему маг не участвует в битвах? Если ты понимаешь, что магия – это наука, которую ты изучаешь, необходима тебе для познания себя, то тебе некогда сражаться с другими. У тебя достаточно большое поле битвы в тебе самом. Если ты понимаешь, что магия – это искусство, то тебе нет дела до других. О каком спасении мира и помощи людям идет речь? Если о себе, то да, тебя надо спасать, но это твое личное дело. Миру на тебя наплевать. Он есть, и ты песчинка в нем. Только раздутое самомнение о себе, что ты очень важный для чего-то или для кого-то, не дает тебе права лезть со своими нравоучениями к другим. Разберись в себе и пойми себя, и тогда тебе не надо будет воевать с другими. Но даже если кто-то полезет к тебе, учить тебя жизни или подумает на тебя напасть, пусть это делает. Ты защищен будешь до тех пор, пока будешь в равновесии, и безразличен, и безучастен к таковому. Все, что будет делать тебе другой, то будет делать самому себе. Пока ты познаешь свою природу мага, ты неуязвим. Возьми потенциал того, кто тебе делает зло, и отрази его обратно. То же самое и с добром. Ибо кто тебя благословляет, во благе будет, и тот, кто проклинает, проклят будет. И знаешь почему? Потому что ты в равновесии идешь своим путем, и тебе нет дела до других, и Вселенная дает тебе все, что тебе надо. И если кто-то нападает, значит тебе это надо, и если кто-то помогает, тебе это надо. Будь в равновесии, и ты не будешь уязвим. Тебе не надо искать одобрения, ибо ты найдешь то, что ищешь. Тебе не надо, чтобы тебя критиковали или говорили тебе, как надо или нет, ибо и это ты найдешь. Если ты ждешь этого, ты получишь его. Таков закон привлечения. Дай прийти всему, что тебе надо и не надо, ибо это тебя созидает, и не ведись на то, что кто-то тебя хает, огня без дыма не бывает. Но когда огонь только разгорается, всегда много дыма, разъедающего до слез твои глаза. Когда огонь разгорится, то он есть добро или зло. Как ты используешь свой огонь, так тебе и будет в ответ. Потому увещеваю тебя, будь в равновесии, и если есть кто-то, кто вызывает тебя на битву, не ведись, не защищайся, будь в равновесии, и ты увидишь, что для тебя битвы не будет, но тот, кто хотел сразиться с тобой, погиб от своего меча.